Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Будем снимать обзор, распаковку опрыскивать аккумуляторный. Заказывали мы его на Розетке. Доставка была бесплатная на новую почту. Это до 15 марта такая как бы акция действует. Вот, и бесплатно от суммы 500 гривен и выше. Вот, опрыскиватель аккумуляторный, здесь идет автоматическая помпа, регулятор мощности, мощность 12 ватт на 8 ампер, правильно или как? Ну, вроде да. Я правильно говорю, на 16 литров. 12 ватт и 8 ампер. Емкость 16 литров, фирма Герард. Так, вот упаковка так пришла, мы ее на новой почте посмотрели, все цело, все хорошо, расплатились и забрали. В общем, все, достаем. Да, достаем. Здесь такой индикатор идет, показывает у нас, что это показывает, наверное, напряжение. Да, заряд. Сколько заряды есть такие. Угу. Я вам показываю, но все включается. Дивись. Включатель. Класс. Это ты включил, что оно? Это заряд, наверное, насколько оно заряжено. Это кнопочка включить, что оно где? Насос включается. Ага. Да. Здесь, наверное, инструкции. Гарантия сколько? Год? Инструкция. Ну, год было написано. На розетке было гарантийный написано. Гарантийный талон. А что, печати не поставили? Минус розетки. Мы как заказывали микроволновку, нам печати поставили. А, мы же на самой розетке забирали. Угу. Но все равно поставили, я не знаю. Ну да. Печати. Перед упаковкой надо ставить печати. Ну вот. Недостаток. Ну ладно. Инструкции не надо, ничего сложного, надо собирать. Ручка вставляется в шлангу, да? Или как там? Закручивается. Угу. На резьбе. Правильно, наверное, штанга. Штанга? Ну да. Ну там, наверное, есть инструкция по сборке. Угу. Да, инструкция есть, как собирать. Ну, чушь. Воздух только что был. Угу. Маска захисна. Немає маски захисна. Нема? Нема. А что тут написано? Ну тут все разные насадки. Фильтр. Угу. Куда там место? Там на дырочке. Сейчас я засуну. Ага. Ну, на середину. Угу. Ну, ремни обычные, как во всех. Да? Слабенькие. Ссылочку скину в описании под видео. Классно раскинули. Прям удовольствие одне, да? А? Прям одне удовольствие.